В первую очередь я предлагаю пранамы нашему Гурудеву. Вишнупад Шишимад Шиви Бхактивиданти Нарайан Госвами Махараджу. Наша группа Нога Гуру Варги. Всем преданным. Спасибо, что подключились. Никто не переводит на русский. Кто-нибудь скажите, Гурудеву, что переводит. Мы только что закончили Навадвипадхаму Махатмию Такура Бхактивинода. И сейчас мы начинаем новую книгу Бхактивинода Такура Ваджана Рахаси. Читание Шикшамрити. Бхактивинод Такур говорит, если кто-то следует меньше, чем положена его квалификация, то это его недостаток. Если кто-то делает чрезмерно выше, чем его квалификация, то это тоже недостаток. Какой должна быть моя практика? Какой должна быть моя медитация? На что я должен обращать внимание? А что, чем я должен пренебрегать? Без знания об этом человек не может хорошо продвигаться. Бхактивинод Такур говорит, если кто-то очень хорошо установлен, утвержден на своем уровне и хочет продвигаться, он вытягивает свою ногу вперед и оставляет и поднимает свою ногу с предыдущей позиции, платформы. То есть, чтобы понимать, где я сейчас и куда я иду. Чтобы иметь карту. На карте я хочу идти из Перми во Вриндаван, например. Если у меня есть карта, то я могу видеть. Хорошо, сначала я поеду в Казахстан или что бы там ни было. И точно так же Рупа Госвами дает нам карту. Адошрада. Шлока. Этот стих знаменитый. Есть 8 стадий баджана. 8. Также есть 4 пар имен в Махамантре. То есть есть 8 стадий баджана. Это шрада. Затем перед Шрадой еще и Садусанга, затем Шрада, затем Анартханеврити, Баджанакрия, Анартханеврити, Ништха, Ручи, Асакти, Бава и Према. Восемь стадий баджана. Первый это... Мы это все будем объяснять. И также есть 8 пар имен в Махамантре. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Можно пересчитать на пальцах. То есть 8 имен. 8 пар имен. Читание Махапрабху. Писал ни одной книги, но он проговорил 8 стихов Шикшаштаки. Гурудев перечисляет их. 8 стихов Шикшаштаки. И в конечном счете Кришна, вечный день Кришны, Апраката Лила, Нагалока Вриндаване, он тоже на 8 частей. День Кришны вечер. В нем есть только настоящее время. Мы не можем это сейчас понять. Но вечный день Кришны разделен на 8 частей.
8 пар имен в Махамантре и 8 стадий преданности. И 8... есть 8 разновидностей времени в вечных лилах Кришны. Бхактивинода Такур, он указал все это вместе. Он как бы сопоставил, то есть первый стих Шакшаштаки, он соответствует первой стадии баджана, также он... Также для тех, кто на стадии Бхавы, он определенную стадию игр Кришны, и также первую пару имен Радхи Кришны, то есть вот это баджана Рахаси. Когда я впервые пришел к Гуру Деву, он говорил как раз по баджана Рахаси. Это большая книга, довольно-таки обширная. Для нас это займет много времени, чтобы все ее прочитать, но не проблема. Восход и закат солнца, он сокращает жизнь каждого, кроме того человека, который слушает Харикатху. Итак, очень жаль, что некоторые люди не принимают Бхактивинода Такура. Некоторые глупцы хотят перепрыгнуть через Госвами. Мы поймем именно... философию Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти Такура напрямую, но это не является нашим процессом, потому что мы не на том уровне, чтобы понимать их писание. Мы должны для этого обратиться к живому гуру, к живому ачарье. Так или иначе, Бхактивинода Такур очень глубокий и очень добрый, настолько он сведущ, и по его книгам мы можем это понять. Шлока. Первая стадия садана. Первая стадия саданы. Бхактивинода Такур дает нам ее. Дает нам на нее 38 стихов, чтобы мы подумали, где мы сейчас и что я должен делать. Во вступлении он прикладывает нас к стопам Господа Чайтаньи. Почему? Шлока. Первое. Он отец движения Санкиртаны. Шлока. В Кали-югу нет никакого другого пути совершенствования, кроме Харинама. Также он Кали-юга Павана. Кажется, Джаганнат Дас Бабджи Махарадж сказал, когда мы приходим в какую-то страну, мы должны предложить пранамы флагу этой страны. И также правителю этой страны, иначе мы не можем войти, потому что он в ответе за это место. Когда мы приходим в Москву, и когда мы приезжаем в аэропорт, мы должны сделать пранам российскому флагу, потому что это выражение почтения. И также мы должны выразить почтение Гауранге, потому что он в ответе за Кали-югу. И без поклонения Гауранге Махапрабху невозможно достичь совершенства в эту эпоху. Это невозможно. Мы это послушаем. Шлока. Это стих из Бхагаватам, но Бхактивинода Такур дает свой собственный, то есть небольшое дополнение к нему. Бхагаватам говорит, шлока. Он Кришна, но он не Кришна, он не черный. Он Адвиша Кришна, Адвиша Кришна. И что является противоположностью черного? Золотой. То есть он Кришна, но он золотого цвета. Чем он занимается? Кришна Варана. Он всегда воспевает слоги Кришна, Кришна. Если я не ошибаюсь, это произнесено Навайогендрами. Ними Махараджами. Царь Ними Махараджа встретил их в лесу и задал множество вопросов.
спросил о разных инкарнациях для разных эпох. Он спросил, какова инкарнация для Кали-Юги. И Новая Гондраска произнесла этот стих. Он Кришна, но он не черный. И противоположность черному — это золотой. Так или иначе. Он всегда воспевает звуки Кришна, Кришна. Он приходит со своими частями и ангами. Части — это Адвайта Ачарья. Он как руки и ноги, и упанги — это как пальцы на ногах и руках. И его части — это как Нитая Адвайта Ачарья, а его упанги — это маленькие экспансии, такие как Рупа и Санатана, Джива Госвами. Это все упанги. Это Паришады Бхагаваны, это вечные спутники. Когда Бхагаван приходит, обычно он приходит со своими спутниками. Какие инкарнации мы не можем видеть? У некоторых инкарнаций нет спутников, например, как у инкарнации рыбы или Варахаде. Он не приходил со своими спутниками. Но инкарнации, подобные человеческим, Рама, Кришна, Гауранга, они приходят с большим количеством спутников, паришарами, паришадами. Они вечные, как и Господь. Приходят так же, как и сам Господь. То есть они его вечные спутники. В Джаязатхарме Бхактивинода Тхакур дает это объяснение. Так же, как Бхарата и Шатрудна, они всегда приходят вместе с Рамой. Они никогда не отделены от него. И золотая инкарнация, она тоже приходит со своими частями, то есть со своими членами, такими спутниками, как Рупа Санатана, и со своим оружием. И каково оружие? Бхагаван всегда приходит с оружием. Рама пришел с луком и стрелами. Кришна пришел с булавой. И также с саблей. У него есть особое имя. У Кришны очень много оружия. Дваркадиша Кришна, у него тоже много оружия. Но во Вриндаване у Кришны одно оружие — это флейта, и он ею контролирует всех. Но в этой инкарнации Гауранги нет оружия. Только однажды мы видели Гаурангу, использующим оружие, когда он направил его против Джагая Мадхая, свою Сударшина Чакру. Но в этот момент Нитинанда пожалуйста, не убивай их, потому что если ты убьешь всех демонов Кали-Юги, кто останется? Правильно, Шьямалата? Если бы Гауранга пришел и убил всех алкоголиков и мясоедов в Перми, кто бы остался? И Арджуну бы тоже убили. То есть, Бхагаван приходит в эту эпоху, но единственное его оружие — это Харинам, которым он меняет сердца, потому что Бхагаван может убить кого-то, но изменить самскары — это не так-то просто. Кришна убивает тебя, ты получаешь освобождение, мукти, но затем тебе снова приходится рождаться, потому что как долго ты останешься освобожденным? Но Чайтанья Махапрабху, он убивает все плохие намерения в сердце и не просто дает освобождение, он дает прему, и поэтому поклонение Богу называется яги, шлока. Бхагавад-гите Кришна говорит, любой объект, любая вещь, которую дает мне, это яги и Бхагаван. А он поедает только предложенные, то есть яги. А что такое яги для поклонения Господа Чайтанья? Прета-йоги, они совершали большие огненные жертвоприношения. Очень много было
экспертных браманов, очень много богатства, но в Кали-югу это невозможно. Поэтому Господь Чайтанья, ему поклоняются яги и харинама санкиртаны. Бхагаватам говорит, что те, кто очень разумные, они поклоняются этой инкарнации, процессом харинамы. И здесь Бхактивинода Тхакур немного меняет последнюю строчку. Я поклоняюсь этому очистителю Кали-йогу. Прабху говорит. Здесь Бхактивинода Тхакур говорит Упанги, то есть слуги, значит Шривас Пандит и другие преданные, Паришады, включающие Сурупа Дамодару, Рамананда-ро и Шесть Госвами, и его оружием Харинамы, он уничтожает невежество. В начале Баджанарахаси мы должны начать с правильного места, и это правильное место – это Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что если кто-то обращается к Кришне напрямую, то нет совершенно никаких гарантий, что он достигнет успеха в баджане. Кто получил прему, когда пришел в Кришна-лилу? Скажите мне. Даже если почесать голову, не так-то легко это понять. Личные спутники, садхана-ситхи, вот им он дал. Но обычным людям они невозможно понять. Они не смогли понять шлока. Сегодня я начал изучать Пингали. Ты можешь сказать своей сестре, почему, если я начал изучать Бенгали, то почему твоя сестра не начинает изучать английский? Никогда мы недостаточно стары, чтобы что-то начать, что-то изучать. Кали-юга. Дживы Кали-юга, они очень мало живут, у них очень много анарт, очень много неправильных пониманий. Они довольно-таки демоничные, погруженные в тамагуну, раджагуну. Как же совершать баджан Кришне в таком положении? Рады и Кришна пришли в совмещенной форме в виде Господа Чайтани для того, чтобы освободить души Кали-юги. Говорится, что тот, кто кому-то поклоняется Господу Кришне, но не Господу Чайтани, это один из разновидностей демона. Это абсолютная истина Шри Хари, Кали-югу. Он является в Навадвипе, Гаура-рупа. А Баскара не знаю, что значит. То есть Верховный Господь, который приходит, чтобы освободить живы Кали-юги. Как? Как? Шлока. Через своих спутников. Упанги. Анг, Упанг и Паришада, и других преданных. Он распространяет према-бхакти, который Кришна не распространял в предыдущей эпохе инкарнации. Раджа-лила – это вместилище премы, но невозможно до него дотянуться. Только очень редким нитисидам это удается, редким садхана-сидам, редким крипа-сидам. Но обычным людям нет. Лила Камала из России, Нити Кишори из Вьетнама. Какие у них шансы? Никаких шансов. Поэтому Нитянанда и преданные, они сломали эту дамбу. Эта дамба. Кришна пообещал, насколько вы совершаете баджан, настолько я вам даю. Вот он соорудил эту стену. Сколько даете, столько даю. И весь нектар Кришны, вся Враджа-лила, она была заблокирована. Невозможно было прикоснуться людям к ней, потому что такие правила установил сам Кришна. Нитянанда Прабху и преданные, они сломали эту даму. И этот поток сладости Кришны коснулся каждого. И
коснулся всех, и глупых, и невежественных, и так называемых пандитов, и низкорожденных, и высокорожденных. Только некоторые люди избежали этого потока. В особенности кутарки, то есть те, кто привержены мирской логике, майявади, студенты, сообщество студентов, учеников, вот такие люди не смогли получить. Некоторые даже бежали от этого потока, как майявади в Варанаси, и Чайтанья Махапрабху бежал за ними. Возьмите, возьмите. Шлок. Дживера судните даны. Шок. Все дхармы. Все дхармы могут достичь совершенства только если они имеют контакт со святым именем. Что это значит? Есть очень много видов садханы, так называемых садханы или дхармы. Например, карма. Но в конечном итоге, если вы хотите достичь совершенства в карме, Кришна в конечном счете дарует это совершенство. Бхагавад-гита это очень ясно говорится. И поэтому без даже небольшого количества нама-санкиртаны вы не можете достичь хороших результатов в карме. Потому что последний слог всех мантр это сваха. Без харинамы невозможно достичь никакого результата. Яна садана очень сложный путь. 6 видов яна-сады, аштанга-йога. Очень сложно совершать их. И их цель – это незначительная мукти. И поэтому майявади тоже харибол говорят. Очень легко. Я могу достичь освобождения благодаря повторению святого имени. То есть все виды садханы имеют результат только благодаря контакту со святым именем. Дживирасуните. Кали-югу. Нама-санкиртана – это единственная вечная религия. Кто-то может сказать, как же она вечная? И в Кали-югу есть только юга-дхарма. Идете на Галока Вриндавана когда-нибудь, в каких-нибудь эпохах, то что вы там будете делать? Там тоже харинама. Чем занимается Радарани на Галоке Вриндавана? Она тоже харинама. Все манджари, все саки, Инанда и Шоды, все воспевают святое имя. Шлока. Рупа Госвами говорит, этот харинам, ему поклоняются даже освобожденные души. И это единственная настоящая нить дхармы. Два других преданных, такие как Прохлада Махарадж, который достиг совершенства благодаря медитации в Сати-югу, он тоже воспевал святое имя. Хануман в Трета-югу. Юга-дхарма – это яги, но он тоже воспевал ситарам. Враджа-лилы, конечно же. Имя всегда присутствует во всех югах, но в Кали-югу оно больше преобладает. Поэтому Кали-юга более прославлена, чем другие юги. Шлока. Единственная вечная религия Дживы – это воспевать святое имя. Гурдев спрашивает про кого-то из Польши. Присоединился ли он? Итак, Бхактивинод Такур начинает эту книгу молитвами Шриману Махапрабху. И говоря, что единственный долг Дживы – это воспевать святое имя. Шикришна Чайтанья – это центральная фигура Панчататва, это Атма Панчататва. У него есть
есть еще четыре формы в виде Нитянанды, Гададхары, Шривасы и Адвайты, и всем им необходимо поклоняться. Если вы думаете, я буду поклоняться только Господу Чайтанье и больше никому другому, это невозможно, потому что Бхагавану нельзя поклоняться отдельно без его параферналии. И как ему поклоняться Господу Чайтанье? Поклоняться Господу Кришне немного сложно. Там есть арчана. Прошу, вставай рано, принимай омовение, делай то, делай это. Немного сложно. Но Гауранге очень легко поклоняться. Харе Кришна, Харе Кришна. Из всех видов преданного служения воспевание Харинама самое возвышенное. Анандамохан, каждый день воспеваешь? Нет. Делая это, все виды преданного служения будут завершены. Например, если вы ухаживаете за божествами, но не воспеваете Харинам, то это не даст результата. Если вы совершаете парикрама, падасевану, но не воспеваете Харинам, то падасевана тоже не даст результат так быстро. И поэтому, воспевая Харинам, все виды преданного служения практикуются, поэтому это самое возвышенное. Даже если кто-то не совершает никакую другую садхану, просто воспевает Харинам, он все равно достигнет совершенства. Итак, преданные сочи, вы слушаете? Не думайте, о, это все для начинающих. Зачем мне нужно идти и воспевать Харинам? Махан думает, я могу просто сидеть в комнате и смотреть YouTube у себя в комнате. Нет, дети, говорит тот, кто совершает Харинам, идет на Харинам, он получает очень много сукрити и удачи. Итак, всего можно достичь благодаря воспеванию Харинама. Кто этому учил? Сам Кришна. В образе Господа Чайтанья. И Чайтанья Махапрабху – это душа Панчататвы. Когда, если вы идете к Шривасу, Гададхаре, Нитянанде, Адвайте, в любой линии, все они говорят об одном, о Господе Чайтанье. Это имя настолько велико, что даже сам Кришна принимает от него прибежище. Харе Кришна, Харе Кришна. Это имя настолько сладостно, что даже Кришна хочет вкусить эту сладость. Итак, вначале мы предлагаем пранаму, Чайтанье. Прабу, потому что он отец движения Санкиртаны, миссии Санкиртаны. Ему очень легко поклоняться, просто Харинаме. Так или иначе, он дает очень много здесь праманов. Есть ли какие-то доказательства, что человек не должен принимать Господа Чайтанью? Ведь Бхагавад-гите дает очень много. И Писание, очень много в Писании описывает. Например, в Бхагавад-гите Кришна говорит, я дай, дай, дармасия. Шлока. Я являюсь каждую йогу. И приходит вопрос, а кто же йога-аватары для Кали-юги? Махабхарате, отец Бишма, дед Бишма, говорил шлока. Это из Махабхараты, стих. Его цвет тела похож на плавящуюся гору. Его тело умощено сандаловой пастой. На нем гирлянда из цветов. Он всегда воспевает имена Кришны. Саньяса – это значит, что он примет отреченный уклад жизни, крит, чанашанту. Он очень милостив, он очень прощающий. Шант означает, что он всегда умиротворен, ништха. Он всегда утвержден в распространении преданности. Ништа шанти параяны, то есть он сам практикует преданное служение.
Джива Госвами пишет в Татва Сандарбе шлока. Я принимаю прибежище у Господа Чайтанья. Внутри он Кришна, а снаружи он золотой. Кали-югу он всегда приходит со своими вайбавами. Вайбава означает со своим великолепием, со своими преданными, со своей премой. Во время совершения санкиртаны. Он Кришна, но с цветом тела Радхики. И то есть вначале мы прославляем его. Первые две стававали. Пуджападма Дасуд Махарадж тоже написал става мало. Стававали или стало мало. Когда же я увижу Сачинандану Гаура Хари перед своими глазами? И Гауди Вайшнавы этого мира, они как шмели летают у его лотосных стоп. Когда же я буду воспевать фиксированное количество кругов Харинамы? Не обманывайте. Пурушоттам, каждый день фиксированное количество кругов воспеваешь. 64, да, каждый день? То есть держите фиксированное количество кругов. Манорама, делаешь это? Вот поэтому ты сходишь с ума. Когда вы воспеваете определенное количество кругов, ваш ум будет погружен. Я закончу. Это мой долг, это моя сова. И мой ум будет склоняться перед этим. А если так не думать, то ум станет сумасшедшим. И Чайтанья Махапрабху дает личный пример воспевания святых имен, удерживая определенное количество на каждый день. Какое-то огромное насекомое гордое. Чайтанья Махапрабху не использовал джапа малу. Но иногда же он использовал кусок ткани с узлами, а иногда он воспевал пересчитывая на пальцах, но каждый день он воспевал фиксированное количество кругов. И также делали его спутники, в особенности Харидас Такур. В преклонном возрасте он не мог уже воспевать 3000 имен Кришны. И когда он был старым и больным, он уже не мог делать это. Махапрабху сказал, ты уже совершенен сейчас, можешь этого не делать, но Харидас Такур не чувствовал себя счастливым. Если я не закончу воспевание святых имен, то я не имею права принимать просад. Есть перевод на китайский суманвала для китайцев. Итак, Чайтанья Махапрабху принимал преданных так же, как самого себя, как своих, извините. Итак, третий стих. Шлок. Какой бы плод невозможно было получить в сати-йогу благодаря большим аскезам тысячи лет, тот же результат человек может достичь в кали-йогу благодаря воспеванию имен Гаури. Такой же результат, который человек достигает в сати-йогу в медитации, в трета-йогу благодаря жертвоприношению, в дварака-йогу, поклонением божествам, такой же результат можно достичь в кали-йогу, воспевая даже не святое имя, не чистое имя, а намабас. Как, например, Аджамир. Он случайно воспевал святое имя. Например, он говорил «Нараян, Нараян», своему сыну он это говорил. Но он достиг освобождения. То есть в кали-йогу можно просто воспевать намабас и получить великий результат.
Харинам настолько могущественен. Легкий процесс. В чем проблема, Манарама? Просто двигай языком и губами. Харирам, Хари Кришна. Чего такого сложного в этом? О боже, не могу. День и ночь. Мы так много мусора говорим. Просто нужно двигать языком и губами. Но мы такие неудачливые, мы все равно не принимаем этот процесс. Прихотна. Шлока. В эту Кали-югу нет никакого другого пути, кроме воспевания святого имени, воспевания святого имени. Шлока. Одно имя Кришны может убить столько грехов, сколько невозможно даже совершить. Даже если вы можете, если вы хотите совершить как можно больше грехов, даже такое количество, которое невозможно совершить, святое имя все равно сожжет их. Но проблема наша в том, что мы неудачливы, мы не верим в это. Писание дает очень много разных процессов очищения. Если вы почитаете Манасамхиту, например, для женщины иметь связь сексуальную до замужества – это гораздо хуже, чем убить брахмана. То есть очень много грехов перечислено там, и они все бесконечны. Если вы почитаете Манасамхиту, там очень все жестко описано, способы очищения. Если вы, например, убили случайно корову, вы должны идти и вы должны один год носить кожу коровы и должны принимать омовение и пить мочу коровы. И должны питаться, и вы должны питаться тем зерном, которое найдете в испражнениях коровы, и вываривать их в ее моче, и тогда принимать. Вот такие, например, методы очищения. То есть очень много методов очищения там дается. Но все они содержат харинам, и все грехи можно искупить харинамой. Зачем же тогда принимать прибежище у других процессов? Шлока. Один харинам может уничтожить больше грехов, чем человек может совершить. Есть история, один преданный, которого звали Субуди Рой. Он был брахманом, он был очень богатым, и однажды у него был мусульманин, который на него работал, и он украл у него деньги, и Субуди Рой, он его высек, и на нем остались следы, и затем этот мальчик мусульманский стал царем. Он женился, и его жена снова и снова спрашивала, что это за отметина на твоей спине, что это произошло. Но он не хотел ей говорить, но жена все давила и давила на него. То есть, в конце концов, он сказал, Субуди Рой высек меня. А жена сказала, сейчас ты царь, и ты можешь убить его. Но мусульманский царь сказал, нет, Субуди Рой, он как отец меня. Как же я могу так с ним поступить? И только преданный может развить вот такие качества. И люди могут любить их вот так, как жить Госвами. Шлока. Все любили Госвами. И саду, и даже не саду любили их. Даже плохие люди могли понять, что это наши благожелатели.
Итак, и поэтому жена все-таки давила на него и говорила, ну, по крайней мере, накажи его. Например, сделай его мусульманином, окропив его водой. И тогда его отвергнет его семья, общество. И он оставит все. И он отправится в Варанаси. То есть так и произошло. И в Варанаси он стал очень ученым. В процессе очищения стал очень сведущим, и он спросил пандитов, какой метод очищения для брахмана, который потерял свою касту. И брахманы сказали, ты должен испить 1 килограмм кипящего ги. Вы готовы это сделать? Что будет с человеком? Человек умрет. Немного расстроился от этого. И тогда он обратился к одному, к другому доктору для второго мнения. Они сказали, но это же произошло помимо твоей воли, это было случайно. Поэтому не обращай внимания, Субудирой был запутан. А Махапрабху, он тогда встретил Махапрабху, и он сказал, что не нужно ничего делать, просто воспевай харинам. Столько грехов, сколько даже невозможно совершить за человеку. То есть киртан, он самый возвышенный, самый легкий процесс. Грехи уничтожаются благодаря памятованию Вишну. Но помнить Вишну – это очень сложно. Прошатам, иди и медитируй на Вишну. Через 3 секунды Прошатам будет думать о своих экзаменах, еще о чем-нибудь. То есть это очень сложно медитировать. Но киртан, который очень легко совершает, человек может уничтожить все грехи благодаря киртану. Был один очень великий атеист, на самом деле он был, мусульманин, нет. Но мусульмане, в конце концов, они атеисты. Прошу, когда в следующий раз их встретишь, можешь им это сказать. Сарасвати Такур говорит, что тот, кто верит в Бога, но не принимает веды, он считается атеистом, потому что кто такой Господь? Это Кришна. Я верю в Бога, но я не верю в Кришну. Что это такое? Это атеизм. И он был мусульманин, и он был очень жесток. Отвратительно, он убил очень много людей. И каким-то образом преданные услышали о нем. И там был один преданный, которого звали Гададхар Дас. И он был бесстрашным, этот преданный. И он пошел к этому атеисту, мусульманину, который был абсолютно против вед и полубогов, что уж говорить о Бхагаване. Он пришел, встал на его дорогу и сказал, о, мусульманин, воспевай харинам. И этот мусульманин, он что-то пошутил в ответ, хорошо, я буду воспевать Хари Кришну немного позже. А Гададхар начал рычать, ты уже освобожден, потому что ты уже воспел Хари Кришну, настолько он могущественный. То есть киртан, он даже превосходит памятование Бхагавана. Повторю. Киртан превосходит памятование о Бхагаване. И истинное памятование приходит только по милости киртана. Если вы воспеваете святое имя, то очень легко святое имя дает вам памятование о Кришне. Как говорил Гуру Дев, когда вы поете Яшимати Нандана, о чем вы думаете? Вы думаете о Яшимати Нандане, о Кришне, сыне мамы Яшоды. То есть вы помните... Гокула Ранджана, Кана, он Гокула Ранджана, он дает очень много счастья Гокуле, он украшение Гокулы. То есть благодаря киртану очень легко помнить о Кришне. Шлока. Бхактивинод Такур дает свой стих. Аскезы.
Прошу, там, пойди полежи на колючках несколько часов, а потом пойди в холодную реку до шеи, а затем сожги себя в огне, обмазав себя коровьим навозом. Больше никаких масала-дос для тебя, только сухой хлеб. Очень сложно совершать аскезу. То есть напасть вена очень сложная. Кто может час за часом сидеть и зафиксировать свой ум на дыхании? Это йога. О боже, кто же может, если кто-то хочет хорошенько пострадать, он может принять процесс йоги, когда я был молодым. Не должен это все рассказывать, но так или иначе. Когда я жил в йога-ашраме, о боже, это было так ужасно, это было ужасно, просто невероятно, настолько сложно, там нужно работать, делай то, делай это. Я помню ужасное времяпрепровождение. Шлока. Очень сложно совершать это все. Последний раз, когда Пурушоттам касался своих пальцев ног. Ананга Моха не видел пальцы ног очень много лет уже, наверное, не дотягивался до них. Очень сложно все это. Очень сложно. И достичь цели не так просто. А если даже вы достигаете, то эта цель все равно бесполезна. Шлоком. Просто двигайте языком и губами. Хари Кришна, Хари Кришна. Так легко. Каким-то образом Гурудев спросил однажды меня. Мы говорили о Бихаре, и я ему говорил, да, я путешествовал по Бихару, когда был молодым. Он спросил, куда ты ходил? Я говорил, я был в разных местах. И я сказал, да, я жил в йога-ашраме. Йога-ашрам, спросил он. Ты знаешь йогу? Ну, много лет я не занимался йогой. И Гурудев спросил показать меня какие-то асаны, какие-то позы. Я показала ему, это было очень смешно. И все смеялись, Гурудев очень смеялся. Он просто, конечно же, смеялся. То есть совершать все эти вещи очень сложно. А Харинам так легко. Что было такого сложного в баджане Пурушоттам? Просто сидишь, слушаешь Харикатху. Как много счастья это дает. Просто двигай языком и губами. Это очень легко и естественно. Принимай просад. Любой может это делать. Очень легко. Бхакти очень легко совершает. Ничего сложного в этом нет. Смаран, киртан, сиддхисанга, шлока. Итак, джива может совершать все виды совершенствования благодаря киртане, смаране. То есть благодаря воспеванию ты памятуешь в уме. И человек может достичь все виды совершенства благодаря памятованию имен и благодаря воспеванию имен. Шлока. Памятование и воспевание святых имен превосходит арчану. Арчана очень много, очень сложно совершать, очень большой шанс совершить оскорбление. Вы коснулись своего носа, ушей, своих губ, и затем коснулись такурджи, и затем это уже все оскорбление. Но воспевание святых имен, оно превосходит арчану. Да, я помню, когда я вступил в Гаудия Мат, в ашрам Гурудева, как брахмачари, Гурудев дал мне гирша, и он сказал, немедленно ты должен изучить, как готовить и как совершать арчану. В следующий день я изучал готовку и арчану. Арчана – это, если вы почитаете арчана Дигвика, очень много мантр нужно помнить. Один преданный Шикананда, он все мне показал. Я был так возбужден, о да, я сделаю все. Я совершала арчану. Один-два человека жаловались на Гурудеву, что какой-то западный человек совершает арчану. Они начали жаловаться.
И они говорили: «Ой, он не принимает омовение по утрам». А я говорил Гурудеву: «Да даже когда я был в карме, я каждое утро я принимал омовение». То есть они много чего наговаривали про меня. И Гурудев сказал: «Хорошо, ладно, забудьте о Арчи, не беспокойся. У нас есть более хорошие вещи для тебя, чем Арчина». Что это? Нама Санкиртана означает проповедовать Нама Киртана. Это превосходит Арчана. И все-таки нам нужна Арчана. Если... Прошу, ну когда ты последний раз пел Мангала Арчана? Мангала Арти. Когда последний раз был? А во сколько ты проснулся сегодня утром? Сегодня, может быть, в 6 или в 7? А утром ты ставишь тилак, так или иначе. Арчана помогает нам урегулироваться, упорядочиться. Если бы у нас не было такурджи, во сколько бы мы вставали? Если у нас нет такурджи, то мы не принимаем овение, не ставим тилак, не совершаем тулси парикраму. То есть арчана требует высокого стандарта чистоты, упорядоченности, контролирования ума и чувств. И поэтому Сарасвати Такур давал брахманические шнуры тем, кто не был рожден в брахманических семьях. Почему? Потому что, нося брахманический шнур, ты должен совершать арчану и следовать очень высокому стандарту. И это очень необходимо для совершения баджана. Поэтому арчана – это как служанка киртана, то есть она как помощник киртана. Очень многие критиковали Сарасвати Такур за то, что он давал брахманические шнуры не браманам. И, конечно же, мы знаем, кто такой истинный браман. Все это описано в шастрах, все качества брамана. То есть браман должен быть рожден. А в брахманической семье, но если у него нет качеств брахмана, то это не брахман. Бхагавад-гите Кришна говорит: есть варнашрама, она была создана мной, Кришной, и она основана на гуне и карме, то есть на качествах и деятельности. Она не основана на рождении. Я не буду слишком в это углубляться. Очень часто мы видим, что кто-то рожден не в брахманической семье, и он, если имеет брахманические качества, то его принимали в качестве брахмана. То есть очень много примеров этому. Нарда не был рожден в брахманической семье, но все принимали его как брахмана, например. Сарасвати Такур делал это, но мы не можем сказать, то нет брахмана в шастре. Сарасвати Такур, он одаривал брахманическим шнуром вайшнавами. То есть Сарасвати Такур как-то говорил, что нет такого уровня у людей сейчас, которые бы совершали баджан как шесть госвами вайди бхакти. То есть когда человек очищается благодаря процессу вайди бхакти, он приходит на уровень шести госвами парамахамс. Так или иначе, очень много чего ей сказать. Почему я об этом говорю? Потому что нельзя пренебрегать арчаной на нашей стадии. На нашей стадии это будет великая помощь нам. Посмотрите на дети. У Диди очень большой вкус харинами, но каждое утро она совершает арчану, давая нам таким образом пример. Поэтому арчана наш большой друг. И поэтому в конце концов мы будем погружены не в арчану, а в харинам.
без Харинама и Харикатхи арчана – это бесполезная деятельность. Конечно, дикари, у него есть вера в поклонение божеству, но нет веры в Харикатху, то такой человек, конечно, дикари. Итак, то есть должны быть вайды, должны быть правила, предписания вначале для того, чтобы очиститься и быть дозволенным в круг санкиртаны. То есть путь бхакти – это легкий путь и простой. Карма – очень сложный путь. Карма означает распространение, раздача богатств, то есть нужны деньги. Как тяжело собрать богатство и как тяжело его раздавать потом. Когда я поеду в Англию и Пурушоттам получит, даст мне 10 фунтов пожертвований, как будет он себя чувствовать? То есть очень много сложностей. Вы кладете деньги в банк, правительство берет у вас налоги. Или вы, например, куда-то прячете деньги, ваша бабушка их находит. Очень сложно заработать деньги, сложно их сохранить. И когда вы их тратите, это дает вам боль. И поэтому процесс кармы очень сложный. Если вы совершаете ошибку в процессе кармы, вы тоже страдаете. Как Бхагаватам дается пример царя Рики. У него он раздал очень миллионы коров. И все эти коровы, у них были позолоченные рога, и каждая корова была покрыта шелковым одеялом, усыпанным бриллиантами и жемчугами, и каждая корова была очень холеная. И он раздал столько коров, сколько песчинок на берегу реки. Но однажды отдал корову брахману, а эта корова перешла в гошалу другому брахману. И первый брахман сказал: «О, царь, эта корова принадлежит мне». И второй брахман сказал: «Нет, этот царь дал эту корову мне». И они начали спорить, пришли к царю, и царь сказал: «Я не помню, пожалуйста, верните мне эту корову. Верните мне эту корову, а я дам вам по сотне новых коров, по 1000 новых коров, по 10 000 новых коров, по 10 000 000 новых коров». Представьте, 10 миллионов коров. Мы не хотим никаких 10 миллионов коров, просто отдайте нам наши коровы. Я не знаю, что делать. И тогда разозлились и прокляли его: «Ты как хамелеон, ты как ящерица. Хамелеон всегда меняет свой цвет, и ты такой же. Я дам тебе. Нет, я теперь передумал, я дам другому». И поэтому они прокляли его стать хамелеоном, ящерицей. И когда он умер, он пришел к Ямараджу. Ямарадж сказал: «Ты совершил гору хороших поступков, но совершил одну ошибку. Чего ты хочешь? Ты хочешь сначала отстрадать за свою ошибку или сначала понаслаждаться? Но проблема в том, что если ты будешь наслаждаться вначале, то все время будешь думать, а что же произойдет потом? Представьте, если я даю большую шоколадку Кевину. Представьте, я даю вам большую мороженку или шоколадку какую-то. Но я говорю: «Но после того, как ты это съешь, я тебя ударю по лицу. Будешь ли ты, Кевин, есть свою вкусность?» «Нет, ты не сможешь расслабиться, потому что ты будешь слишком обеспокоен последующим наказанием». Точно так же царь выбрал сначала наказание. Сначала пострадать, затем я буду наслаждаться на райских планетах. Это очень долгая история. В конце концов, он стал хамелеоном за одну ошибку. Карму очень сложно совершать. Бхагаватам дает очень много примеров. Например, был один Тхастариша,
сын, его звали Вишварупа. И у Индры был отвергнут своим гуру Брихаспати, и поэтому полубоги, им необходим был новый гуру, чтобы совершать яги. И они попросили Вишварупу, а два старейшины, а Вишварупа, он был смешанный с ними. Его отец был полубогом, а мать демоницей. И поэтому он был склонен и к тем, и к другим. То есть был. И поэтому он на яге что-то даровал Индре, но что-то он отдавал и демона также. И Индра очень разозлился и отрезал ему три головы, что ли. Этого старейшина был очень разозлен, и он решил его убить. И он совершил еще огромную яги. И он, когда воспевал мантру во время этой мантры, не совершил ошибку в произношении, но он совершил ошибку в мелодии, которую произносил эту мантру. Гурдеш вот так вот. То есть в тонировании Гурдеш изображает. То есть там, где нужно было взять высокую ноту, он использовал низкую. То есть он совершил ошибку в тоне. И как результат... Результат кармы был противоположным, и вместо того, чтобы получить сына, который стал бы врагом Индры, он получил сына, который стал другом Индры. То есть карма очень сложна в совершении. И даже если вы совершаете карму в совершенстве, какое самое высшее положение вы получите? Благодаря совершению кармы Канды. Брамалока? Максимум Брамалока. Брамалока. Брамалоку, возможно, может быть достичь ее как результат кармы, но в основном сварги достигают. Даже если вы скажете царем всех полубогов, но посмотрите, как много бед было даже у Индры. То есть сначала он был его прокляли, он стал питоном, змеей. В другой раз его прокляли, он стал свиньей, есть история. После он убил Вишварупу, и на 1000 лет он искуплял грех убийства брахмана, и 1000 лет он не мог есть, и он прятался. Очень много раз демоны приходили и похищали планету полубогов, то есть Хирани Кашипу равные и так далее. То есть они причиняли беспокойство очень часто. Полубоги, они проклинают друг друга и борются друг против друга. То есть карма, яна и йога. В йоге тоже вы, когда совершаете какие-то ошибки, вы тоже страдаете. Потому что если вы в потоках воздуха внутри тела делаете какую-то ошибку, то вы теряете свой рассудок и становитесь сумасшедшим. То есть карма, гьяна и йога очень сложно совершать. Но бхакти не такая. Очень легко и просто совершать бхакти. И результат, даже если вы в совершенстве занимаетесь кармой и йогой, то результат не такой уж большой, но в бхакти результат очень великий. Если мы вот так будем продолжать, у нас 10 лет займет, чтобы закончить эту книгу. Итак, шлока. Святое имя Шри Хари. Оно присутствует на губах только того человека, который поклоняется Васудеву. Бхактинат Такур говорит об этом, и мы будем говорить об этом в четверг с русским переводом, на лекции с русским переводом. Итак, у кого-то есть вопросы, Чандрика?
Гурдев, могу я спросить? Это прошлым. В начале лекции вы сказали, что когда Кришна убивает демона, он дает им мокти. А затем они снова вынуждены рождаться. То есть разве они не идут на Вайкунтху? Так или иначе, те, кого убил Бхагаван, они достигают Саюджи-мукти. А Саюджи-мукти – это не вечное положение, приходится возвращаться. Но Калия, например. Когда Кришна наказал Калию, Калия не очистился так уж сильно. Калия сказал: «Хорошо, дай мне другое тело. Измени мои самскары». Кришна сказал: «Я на самом деле не могу это сделать». То есть даже если демонов убивают Бхагаван, ну, например, Хираньякашипу, Хираньякша, они снова вынуждены были рождаться снова и снова, они получали хорошее положение, какое-то освобождение, но сердце их не было очищено, не очищено просто от того, что их убили. Но какое-то хорошее положение они получали. Прямо бхакти, если нет гарантии, что если Бхагаван вас убивает, вы получаете прямо бхакти освобождение. Но према нет. Према не получают. Но чтобы идти на Вайкунтху, вам тоже нужна према. Это не так-то дешево, не так-то просто. Хорошее положение они получали, но нет. А прямо бхакти они не получали от того, что их убивал Бхагаван. Такие преданные, как Санат, мы с вами хотели совершить суицид. Но еще что-нибудь? Думаю, у меня есть вопросы. Где твой муж? Ясин. Он слушает. Он только что вернулся с работы. Из школы. Он каждый день воспевает, да? А ты? Да. Ну, не очень хорошо, но я... Спроси, сколько коров он спас. Итак, есть вопросы? Манорама, у меня есть вопрос. Есть вопрос. Дандават, вам привет. Ничего не было слышно. Вопрос был, что иногда мне не хочется. В общем, Гурдев говорит, что неважно, чисто, нечисто, все равно нужно воспевать святое имя. Гурдев сейчас ее ругает, что она пьет кофе. Я иногда чувствую, что лучше уж не воспевать, потому что это настолько оскорбительно, настолько ужасно я воспеваю. Гурдев говорит, нет, у Харинамы нет правил, не предписаний. В любом месте, в любое время, в любых обстоятельствах можно воспевать. Единственное правило – ты должен воспевать всегда. То есть ты воспеваешь Харина, а потом пьешь кофе. Неважно, в каком положении мы себя находим, мы всегда должны воспевать Харина. Спасибо, Гурдев. Так, Марк, все ли хорошо у тебя?
Хорошо, пусть Господь всех вас благословит. Увидимся в следующий раз. Хари Кришна.